Из записок императрицы Екатерины II. Утром, днем и очень поздно ночью супруг мой настойчиво дрессировал свору собак сильными ударами бича и криком. Устав от этих упражнений, он брал скрипку и пилил на ней скверно и с чрезвычайной силой. Из моих фрейлин он выбрал в любовнице самую некрасивую – графиню Елизавету Воронцову. Екатерина принадлежала к числу тех женщин, которые думают, что всегда виноват муж, если он не любим. Фигура русского императора Петра III драматична. Он не был ни глупцом, ни безумцем. Он не был жестоким человеком, и ничьей крови он не пролил. Но он казался нелепым на русском троне, каким-то странным и случайно попавшим на него. Он не любил Россию, не любил русских, но он и не умел скрывать этого. Он был самодержец, но не был политик. И вообще судьба, ему не повезло с судьбой, ему не повезло с страной. Он оказался в России вот такой, и к нему пристала обидная тогда в России кличка «немец», «самодур». И его жизнь пошла вся наперекосяк. Он не сумел найти себе место. Если бы он остался в Германии, в своей любимой зеленой Гольштине, он бы правил многие годы, и был, его бы похоронили подданные, счастливые в его правлении. А он оказался в России. 250 лет назад вот это место выглядело совершенно иначе. От него остались только вот эти въездные ворота. Это въездные ворота в крепость Петерштадт. Она была совершенно крошечной. Вот здесь стена и рвы проходили по берегу ручья. А здесь вот остатки рвов видны и валов. Это совершенно крошечная крепость. Ее построил Ринальди для наследника русского престола Петра Федоровича. Здесь был двор, здесь были различные военные службы. И самое главное, это Петр создал здесь такой особый мир, в котором он жил. Вообще он любил военное дело. И вообще военное дело было очень важно для будущего правителя. Каждый король, каждый император должен быть в первую очередь полководцем. И государыня Елизавета, она покровительствовала увлечением своего племянника. Однажды она вошла в палату Петра III, будущего Петра III, увидела, что он на полу чертит план крепости. Она на это смотрела и потом поцеловала мальчика и сказала: «Как замечательно, что ты учишься этому искусству. Мой отец Петр Великий мне часто говорил: как жаль, что я не научился по-настоящему военному искусству. А вот ты с ранних лет это делаешь». Но постепенно стало ясно, что военное дело для Петра – это такая скорлупа. Вот эта крепость, которую он создавал, она ему нужна была, чтобы спрятаться от внешнего мира. Потому что в нем с ранних лет, да и в зрелые годы, если так можно сказать, был недостаток мужественности. Сохранились дела тайной канцелярии, из которых видно, что солдаты потешались над наследником русского престола, который боялся пушечной пальбы, он боялся быстрой езды. И это, конечно, снижало его облик в глазах и народа, и армии. И надо сказать, что вот этот недостаток мужественности, он проявлялся, ну, на протяжении всей его жизни. И построив эту маленькую крепость, он пытался
спрятаться в ней. Он пытался спрятаться в ней от сложной жизни, которая окружает каждого человека. Ему казалось, что в военных уставах, в четком следовании военным распорядкам есть вот та основа, за которой можно уцепиться и существовать. И еще был очень важный момент. Здесь рано ложились спать, здесь рано вставали, здесь курили трубки с табаком, здесь шла такая мужественная, как ему казалось, жизнь в окружении его гольштинских солдат. Но этим самым он противопоставлялся вот тому развратному, как он говорил, Петергофу, где шла полуночная жизнь, где кипели какие-то такие развратные страсти. На самом деле он тянулся к тому миру, но он был ему враждебен и отталкивал его. И поэтому вот эта маленькая крепость была такой раковиной, в которой он прятался и в которой он пытался сохранить себя. Но если это позволено частному человеку, и понятно, то для наследника русского престола это могло кончиться плохо, потому что его ждал престол, его ждала страна, Россия, у которой непредсказуемая история, и наследник русского престола должен был быть другим человеком. Карнавалы и празднества придворные стали не просто развлечением знати и двора, они стали государственными мероприятиями. Первые 5 минут танцевали буквально все, и старики в том числе. И вот в это время нельзя было ни в коем случае сбиться с такта или сходили по сторонам зала, здесь стояли столики, лежали карты, они могли играть в карты. Вдоль стен садились старухи, и императрица Екатерина вспоминала, что она достигла уважения общества, потому что каждый раз она подходила к старухам, сидящим вдоль стен, и спрашивала о их собаках, о их дурах, о успехах садоводства и тому подобное. И все в обществе говорили, какая замечательная жена наследника, она нас не забывает. После свадьбы Петра и Екатерины прошло время. Недели складывались в месяцы, месяцы в годы, а детей не было. Ну, я без трепета вторгаюсь в эту тайну, потому что это тайна для частных людей, а для государя это не тайна. И известно, что в русских газетах 18 века можно было встретить такую заметку. Королева французская чревата на 4-м месяце и чувствует себя хорошо. А когда рожала королева испанская, то присутствовало около 50 дам двора, чтобы наверняка убедиться, что ребенок родился, что он жив. Поэтому Елизавета очень волновала обстоятельства молодой семьи. И она строго предписывала, чтобы они ночевали в спальне и были вместе. Но придворные, соглядатые доносили, что молодой муж настолько неопытен, что вряд ли что-то получится.
Итак, мораль того времени дозволяла амуры, романы. Вообще любовь была важным элементом общества XVIII века. Они писали картины, писали музыку, и любовь как бы висела в придворном мире, в воздухе двора. И плох был тот мужчина, у которого не было десятков любовниц. Но и женщины имели свободу. Плоха была та дама, которая не имеет амура. Вот это было правило света. «Я не какая-то посадская баба, чтобы любить своего мужа», так восклицает героиня пьесы Сумарокова. И зал это встречает совершенно нормально, потому что семья и любовь разделяла своего мужа. Это было так дивно. Поэтому Петр воспринял нормально, когда его познакомили с довольно опытной дамой, женой одного военного. А для Екатерины выбрали 26-летнего Сергея Васильевича Салтыкова. Это был замечательно красивый, легкий, симпатичный молодой человек. И Екатерина увлеклась им. Много лет спустя, когда она писала мемуары, то вспоминала это свое увлечение с необыкновенной теплотой. И ее рассказ о встречах с Салтыковым, о их отношениях подернут таким флером романтической любви. Но мы-то понимаем, что в своих мемуарах она писала текст, который предназначен для людей, читателей. И поэтому создается впечатление, что она пишет роман. Этот текст звучит как страницы романтического романа в стиле XVIII века. Он был прекрасен, как день. У него не было недостатка ни в уме, ни в складе познания и манере. Ему было 26 лет, и по рождению, и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся. Я не поддавалась всю весну и часть лета. Вот этот роман с Салтыковым впоследствии плохо повлиял на характер, на личность Павла, который боялся обнаружить, что он незаконно рожденный ребенок. И то, что Екатерина пишет об этом в своих мемуарах, предназначенных для читателей, ясное дело, что мемуары пишутся не для себя. Что и она, может быть, как-то педалируя, слишком ласково говоря о своем романе с Салтыковым, хотела занести над головой своего сына такую некую угрозу, чтобы он ощущал, что, может быть, он и незаконный, потому что к этому времени он был уже соперником в борьбе Екатерины за трон, а в борьбе за власть все средства считаются хороши. И Екатерина так тоже думала. После рождения в 1754 году Павла жизнь Екатерины переменилась. Ну, она получила большую свободу, это в первую очередь. Много читала, ездила на охоту, научилась прекрасно стрелять с одноколки, уток. И это была какая-то новая жизнь. Но главная цель, власть для Екатерины была важнее всего. И она очень рано поняла, что ей нужно приближаться к своему будущему трону, что ей нужно становиться в первую очередь русской. Потому что в России всегда было отношение к немцам не очень доброжелательное. И нужно это было переломить. И она, мало того, что она полюбила Россию, она говорила
немножко наломанном, но настоящем русском языке, сочным и богатым. И вот это желание стать русской овладело ей полностью. И когда, уже став великой императрицей, она смотрела, как Потемкин на поле Полтавской битвы имитировал это сражение, то современник писал: ее глаза горели, как будто в ней кипела кровь Петра Великого. Она действительно думала так. Потому что, когда она говорила «моя бабка», то имела в виду Екатерину Первую. Когда она говорила «моя страна», то никто не сомневался, что это идет речь о России. Когда она говорила «моя армия», то есть она стала русской. И вот этим самым она, конечно, понравилась. Понравилась очень многим. Не только своим друзьям, с которыми она вела беседы, с которыми флиртовала, а понравилась России. Потому что для того, чтобы стать русской императрицей, нужно было понять душу народа, понять желание дворянства, понять эту страну, которая иностранцу кажется такой неуютной, такой неудобной, но которая открывает, эта страна открывает свою душу только тем, кто ее любит. И Екатерина стала, пожалуй, такой первой русской императрицей, которая обладала вот этим даром любить свою страну, гордиться ею. И напоследок, однажды она с несколькими своими спутниками ехала в карете, и они смеялись над английским королем, как Георгом, который в это время отпустил от себя североамериканские штаты и потерял часть своих территорий. Императрица дремала, и вдруг она проснулась и сказала: «Если бы со мной это произошло, я бы пустила себе пулю в лоб, потому что Россия не может ничего терять». Фридрих II был кумиром для Петра Федоровича. И не случайно, он вообще был кумиром для немцев в то время. Выдающийся политик, блестящий дипломат, опытный интриган, художник, писатель, а самое главное, выдающийся полководец. И вот эта вот военная сторона гения Фридриха, она больше всего прельщала Петра Федоровича, которому... И он это прекрасно чувствовал, не хватало такой воинственности, грозности и смелости даже. И поэтому, когда началась русско-прусская война, то он был на стороне пруссаков. Он доверял только сведениям, которые получал из Пруссии, и праздновал в тишине здесь, вдали от Петербурга, победы Фридриха II. И вообще вот его пристрастие к Фридриху, ко всему немецкому, одновременно с презрением к России, к русскому, конечно, вызывало недовольство в русском обществе. И эти немецкие увлечения не могли кончиться для Петра Федоровича хорошо. 28 июня 1762 года в 2 часа дня Петр со свитой приехал в Монплезир и не обнаружил там жены своей. Птичка улетела. Еще через час стало известно о гвардейском мятеже в Петербурге. Петр пытался позвать войска, он писал приказы, но курьеры с радостью брали эти приказы, уезжали и больше не появлялись. До нашего времени дошли эти приказы, эти письма его, написанные детским, полудетским почерком, неверным, по-видимому, на спине или лакея, или на барабане, они производят жалкое впечатление. Никому не нужные бумажки. Фельдмаршал Миних, который был в свите Петра Федоровича, сказал, что нужно явиться в Петербург и своим появлением подавить мятеж. Но Петр III не обладал мужеством Петра Великого, который сделал нечто подобное со стрельцами.
И он запаниковал. Пытался отплыть к Кронштадту, но туда его не пустили. Люди Екатерины оказались ловчее, и морская крепость уже присягнула новой императрице. И тогда Петр Федорович сник и стал ждать своей судьбы. Ваше Величество, оставьте мне мое единственное утешение, которое есть Елизавета Романовна. Этим вы сделаете одно из величайших милостивых дел вашего царствования. Отпустите в Галштинию с нею и моей скрипкой, а также верните слугу негра, прозванного Нарциссом. Надеюсь на ваше великодушие, что меня не оставите без пропитания. Ваш нижайший слуга – Петр. Его кумир Фридрих II по этому поводу ядовито написал: Петр III позволил себя свергнуть, как школьник, которого отправили спать. 28 июня 1762 года в 8 часов вечера по этой дороге на Ропшу промчалась закрытая карета, окруженная плотным конвоем. Ворота дворца закрылись, на окнах опустились зеленые гардины, вокруг расставили гвардейские пикеты. Привезли знатного узника, но кто он, тогда еще не знали. Фельдмаршал Миних, который был в свите Петра III, после его ареста пошутил, у него была склонность к мрачным шуткам. Он сказал, еще никогда не жил в России при трех императорах. Один сидит в Шлиссельбургской крепости, Иван Антонович, другой в Ропше, Петр III, и императрица Екатерина II сидит в Зимнем дворце. Но вскоре ситуация резко изменилась. И, конечно, Екатерина по письмам Орлова знала, что готовится эта смерть. 2 числа, 2 июля, за 4 дня до смерти Петра Федоровича, Орлов писал, что Петр занемог, опасаемся, как бы не ожил. 6 утром он писал, что Петр теперь так болен, что не думаю, чтобы дожил до вечера и почти уже совсем в беспамятстве. А вечером сообщает о том, что он сидел за столом и подрался с Борятинским. Словом, грязное, кровавое дело. Тридцать четыре года правила великая императрица и все время старалась изжить память своего несчастного мужа. Она снимала картины во дворцах, она старалась его забыть, но он постоянно появлялся. Он появлялся в виде так называемого маркиза Пугачева, лже Петра III. Она видела его в чертах и поведении сына Павла, который не любил мать, и она не любила его за это. Она трижды садилась писать мемуары, и каждый раз она стремилась оправдаться за то событие, которое произошло в Ропше. Она стремилась показать, что он сам виноват в том, что произошло. Она стремилась искупить свой грех, пролитую когда-то кровь. И Екатерина писала, что самым главным врагом Петра III был он сам, а вторым врагом, добавил от себя, была она. И когда судьба толкнула его, то жена его подставила ему ножку.